1 июня в Большом зале областной администрации два руководителя принимали поздравления. Бывший глава Тамбовской области Олег Бетин с назначением на новую должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а прежний председатель Думы Александр Никитин с назначением на пост временно исполняющего обязанности главы региона. Олег Бетин стоял у руля области почти 16 лет. За эти годы было много проблем и много достижений. Как заметил бывший губернатор, произошла цивилизованная смена поколений. Наша главная задача была объединить людей, показать тот путь, по которому надо идти. Не всегда все получалось, но люди выдерживали, стремились поддержать, и я все время чувствовал такую поддержку. Дорог сил в нашей области, их оказывается гораздо больше, чем там негативных моментов, которые возникают, всяких подспутных течений. Общество здоровье единое, и если я кому-то работаю в воле эмоции, может быть, незаслуженно обидел кого, ну, я делал это не со зла, это получалось в рабочей такой обстановке, поэтому прошу простить. На этом, казалось бы, официальном собрании у многих эмоции выходили на первый план. От лица исполнительной власти районов и городов области выступил председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Тамбовской области Александр Кузнецов. По его словам, ни один из уголков Тамбовщины не был обделен вниманием и поддержкой Олега Бетина, который взрастил и стал старшим товарищем для многих из числа теперешних руководителей разных уровней в области. Являясь главой муниципального образования города Уварово, городского округа, хочу сказать о том, что жители этого города неразрывно связаны с Олегом Ивановичем, потому что после развала химического завода в городе наступила депрессия, не веря в завтрашний день и клеймо умирающего города. Оно прочно засело в душу нашего населения, и в тот момент в условиях дефицита бюджетных средств, в условиях задержки социальных выплат было принято решение поэтапно финансировать наш город, и на 3 года была дана субсидия городу в плане тарифов. Мне очень хочется, чтобы те положительные начинания Олега Ивановича, они были основой, чтобы новые направления развивались. Приветственные слова прозвучали от депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, руководителей федеральных и силовых ведомств, главы Тамбовской метрополии. В своем выступлении Александр Никитин отметил, что намерен сохранить устойчивую динамику социально-экономического развития региона. Самая главная и самая сложная задача – это чтобы удовлетворенность от этих показателей была не только у нас, у власть имущих. Мне кажется, эта удовлетворенность должна быть в первую очередь у наших граждан, у жителей Тамбовской области. Поэтому, понимая в полной мере, какая ответственная задача сегодня стоит перед регионом, перед Тамбовской областью, я, естественно, понимаю, что очень много нужно сделать добрых, полезных дел вместе с вами, дорогие друзья. Впереди сентябрьские выборы, результат которых покажет, кому быть у руля региона. Галина Зайцева, Варвара Павлова, «Наш город».